Максим, ты знаешь, я вышел сюда за тобой. Мне насрать на то, что ты побил меня на ППВ. Я не успокоюсь, пока не надеру твой зад. Не отомщу тебе за то, что ты сделал со мной. За то предательство нашей группировки, нашей команды. Выходи сюда и поговори со мной как мужик с мужиком, твою мать. Даниил, пошел нахуй, я тебя побил, и на этом все кончено. Я не буду ничего никому и тем более тебе доказывать. Насчет команды, все, тут поставлена точка, ты мне враг и больше никто. И я даже пальцем не пошевелю в твою сторону. Ты для меня теперь пустое место, а все, что было между нами, забудь. Ах, так вот, как ты заговорил. Знаешь, Максим, нет, я этого не вынесу. Я не смогу находиться в одной федерации с тем, кто был моим другом, но на самом деле оказался говном. В этой федерации останется только один Эндеров. Я предлагаю тебе матч на ППВ, последний между нами. Проигравший покидает федерацию навсегда. Уху-ху-ху, чувак, ты сделал мне огромное одолжение. Довольно глупо назначать матч с карьерой на кону тому, кто побил тебя. Ну, знаешь, с другой стороны, на одного гандона федерации станет меньше, и мне станет дышать свободнее. Я наконец-то пойду и возьму какой-нибудь одиночный титул, вот, к примеру, русский. И скажу спасибо тебе, спасибо за то, что ты ушел.